Canon Z60-40. Воздух в трубопроводе. В чем суть проблемы? Смотрите, открываем крышку. Вот наш тракт прохождения бумаги. Вот сейчас у нас в трубопроводе воздуха нет. Знаете, чего он появляется? Что народ начинает играться вот этим вот переключателем. Клацают туда-сюда. Вот режим работы, режим сервиса. У нас аппарат должен всегда находиться в режиме работы. Не клацайте вот это для сервиса. Это если мы там уже начинаем играться с принудительной подкачкой чернил с помощью шприца, то мы переключаем на вот этот режим. Не зная для чего, клацать лишний раз не нужно. В этом положении воздуха нету.